с ума. Тому виной приезд звезды, не побоюсь этого слова, мирового масштаба Юлии Волковой. Экс-татушка открыла в городе обувной магазин. Если звезда не идет к глянцу, то глянец идет к звезде. Просто город с ума в этот день, 9 мая. А почему 9 мая? Это так совпало или... Совпало. На самом деле мы не планировали. Кстати, я хочу поздравить всех с 9 мая, с этим великим днем. Наверное, тяжелым днем, потому что за спиной этого всего стояло такое адское сражение. И все-таки мы смогли, мы сделали, мы отвоевали. Поэтому все, кто еще остался в живых, ветераны, все эти люди, кто участвовал в войне, прям... Здоровья вам, еще живите с нами долго-долго. Юлия Волкова сегодня в обуви от Юлии Волковой. Да, конечно. Да. Я ее ношу, я ее создаю, поэтому... Думали до этого заняться сами дизайном одежды или чего? Или вот только как поступило предложение, вы такие, ну почему бы и нет? Есть мысли по дизайну одежды, я экспериментирую с своим костюмом и все, но на данный момент вот мне интересно заниматься туфлями, потому что все-таки с двумя зайцами погонишь, ни одного не поймешь, все-таки надо заниматься чем-то одним. Как вам наши девушки? Посмотрели на наших девчонок? Ну вот, которые были в магазине, которые ждали вас, отличаются они все-таки от московских? Какие они наши амурские девчонки? Да я думаю, что я вот, знаете, я вам так скажу, что конечно сложно судить. Ведь первый взгляд, первый лук, он всегда обманчивый. В любом случае, народ приятный, улыбчивый, очень воспитанный, нет такого какого-то хамства, нахальства, какие-то все очень молодцы, мне понравилось. Девочки хорошие. Тебе понравились туфельки? Когда вырастешь, будешь такие носить? Какого цвета? Какой тебе самый любимый цвет? Какой больше нравится? Розовый. Ну ты, да? Ты как настоящая принцесса и в тон кофточки розовые. Вот такие замечательные девушки у нас тут подрастают. Обязательно буду ходить в ваш обувь. Спасибо вам большое, что дали интервью. Надеемся, что вы еще приедете в Благовещенск не только уже по бизнес таким делам, но с концертом, по творческим делам. И надеемся, что мы обязательно с вами тогда на концерте встретимся. Конечно. И еще раз побеседуем. Ребята, спасибо всем. Еще раз с праздником.